Ну что ж, всем привет, дамы и господа, мальчишки и девчонки. И сегодня мы начинаем прохождение такой замечательной игры, как Subnautica Below Zero. Первая часть была довольно популярной. Разработчики решили не останавливаться и запустить вторую часть. Она также находится в разработке. До конца еще не реализованы многие вещи, поэтому ждем официального релиза. Но уже на данном этапе есть на что посмотреть. Поэтому долго говорить не буду. Начнем, пожалуй. Так, играть, начать новую игру. Выживание. Ищите ресурсы, боритесь с голодом и жаждой, чтобы выжить в пошедшей не по плану миссии. Свободный режим. Как выживание, но без голода и жажды. Но это неинтересно. Хардкор. Режим выживания, но только с одной жизнью, без предупреждения состояния запаса кислорода. Это ужасно. Ладно, берем выживание. Загружаемся, смотрим. Что же у нас тут такого нет? Музыка прикольная. В первой Subnautica тоже музыка была классная. Сборка 16-398, июль 2019, последняя. Там говорят, что-то добавили очень много всего. Надо посмотреть, но мы это пока не увидим, потому что нам для этого еще нужно развиться. Только если в креативе. Залезть посмотреть, что там, и так нужно развиваться. Да, загрузка здесь долгая, конечно. Очень долгая. Загрузка сущностей. Опа, отлично. Так. Для продолжения нажмите любую клавишу. Unknown Worlds Entertainment представляет. Так. Неплохо. Я просыпаюсь. Ага. Будильничек тут у нас. Нажмите Tab, чтобы открыть или закрыть КПК. Отлично. Оф. А, это девушка. Черт, я играю за девушку. Загружаем данные. Робин Гудл, собеседование на прием Вольтера. Почему вы подали резюме на эту должность? Все говорят про 45-46B. А кто не подавал, разве что Джеффрис? Нет, Джеффрис записался на прошлой неделе. Почему именно это назначение? Последний раз я встречал разумную жизнь на Страйдере 6. 17 лет назад. Было весело, но, честно сказать, мне надоело. А у вас есть кальмар-телепат? Надо сказать, что слухи о космической цивилизации на планете всего лишь слухи. Если вы пришли за этим, вы разочаруетесь. Я ксенолингвист. Инопланетная космическая цивилизация — это наш святой Грааль. Я хочу его найти, но я не ожидаю этого. Какие навыки у вас есть для этой должности? Есть такие существа, о которых вы себе не можете даже представить, не говоря уже о том, чтобы понять, знаете, как я с ними разговариваю. Думаю, вы сопоставляете ответы со стимулами. И я делаю то же, что и они. Если они купаются в жидком азоте и разговаривают ногами, я надеваю пальто и встаю на руки. Но вот это собеседование... Вот оно действительно инопланетное, так что я тут пытаюсь сопоставить свои ответы. Я хочу, чтобы мы друг друга поняли. Отправьте меня на эту планету, а я буду говорить с рыбами за вас. Благодарю, мисс Гудл. Сандра? Сандра вас проводит. Так, понятно, короче.
Нашу героиню зовут Робин Гудл. Примечания, весь текст и озвучка еще не закончены, не отображают итоговое качество. Это последняя фраза из первой Субнаутики, когда главный герой улетал с планеты. Мы разные, но мы связаны, император сказал. Так, понятно. Это ясно. Давайте осмотримся, посмотрим. У нас тут аквариум есть. Ни с чем взаимодействовать нельзя. Отлично, ничего одеть нельзя. Можно посидеть. О, прикольно. Прогресс. Так, поспать нельзя. Идем дальше, смотрим. Открываем. Целая лаборатория, оборудованная по последнему слову техники. Можно только посидеть. Так, шкафы не работают. Опреснительная установка не функционирует. Ничего не работает. Ничего, просто для мебели все стоит. Так, КПКшка какая-то. Тайм. Исследовательская база 0. Добро пожаловать в ваш второй дом на планете 4546B. Эта брошюра расскажет вам о вашем новом месте проживания. Ваше окружение. Сектор 0 охватывает 2 квадратных километра океана, расположенных недалеко от экватора планеты. Необычные природные условия поддерживают в этом месте почти вечную зиму, которая прерывается только на экстремальные погодные явления. По невыясненным причинам инопланетяне решили сосредоточить здесь свои строения. С момента выброса фермента 42 жизнь в этом месте расцвела и превратилась в крупную экосистему. Исследовательская станция 0. Вас назначили на главную базу сектора, расположенную на ледяной шапке на западе, прямо под основным археологическим участком. Отсюда вы будете проводить исследования инопланетных коммуникаций и технологий, а также отправляться с заданиями на автоматические станции в других концах сектора. Оснащение. Проживание для 3-6 человек, полностью оборудованный научно-технический отдел, комплексы для досуга и физических упражнений, большая теплица и установка фильтрации воды для самодостаточного проживания, метеорологический комплекс, отсек костюмов Короче, полная укомплектованность. О такой лаборатории можно было только мечтать. Просто есть все, что нужно. Вот биореактор стоит. Не функционирующий. Ну все, все есть. Так, новый сигнал. Вот император. Прошлой игры. Открываем. И что же мы видим? Зима, кругом зима. Так. Крабы стоят. Краб. Очень интересная и нужная вещь. Тут ничего не берется у нас. Станция 0, это Веспер. Прием. Привет, Сэм. Мы потеряли связь с Джеффрисом на археологическом участке. Хорошо, я проверю. Принято. Знаешь, это так мило разговаривать официальным тоном с единоутробной... Не успел прочитать. Твоя карьера рухнет. Робин, ты же знаешь, все переговоры фиксируются. Ну и что с того, если кто-то узнает, что это мило? Я здесь уже 2 недели, а мы почти не общались. Потому что ты сразу отправилась на планету. Найди Джеффриса, поболтаем потом. Да, мэм. Все строго. Так, грузовой отсек. Посмотрим, что там у нас. Это не грузовой отсек, это оранжерея. Куча всяких растений. Так, шкафы, как всегда, интерактивны. Работают. Вот он, грузовой отсек, да, похоже? А, вот. Грузовое помещение. Здесь мы заходим в оранжерею. Вообще просто все прекрасно. Надо будет впоследствии такую же планировочку сделать. Так, ладно, выходим, закрываем. Закрываем. Так, ну и что нам нужно сделать? Костюм краб тоже не функционирует, не работает. Поврежденный костюм краб. Поврежденный костюм краб, понятно. 2 поврежденных костюма. Его мы здесь собрать не можем. У нас... Так. Ну и...
Пойдем посмотрим, что. Ты. И, видимо, греют. Смотри, я замерзаю. По экрану вон пошел лед. Только я не пойму, мне цветы греют или он меня замораживает наоборот. Они добавили сюда мороз. Наконец-то. Я потихоньку начинаю замерзать. Так, вот у нас какая-то штука инопланетная здесь. Фонарь какой-то. Так, здесь вроде потеплее стало. Короче, я так понимаю, Джеффрис у нас что-то исчез, пропал, на связь не выходит, нас послали проверить. Что с ним? Тут какие-то вот у нас инопланетные артефакты, здания. Аппарат кофейный, который не работает, конечно. Опа, предупреждение, доступ запрещен. Дальнейшие попытки будут решительно пресечены. Отступись, Робин Гудвелл. Откуда вы знаете мое имя? Я пришла с миром. Сэм, здание только что включилось, она говорила со мной. И в порядке? Она никогда раньше так не делала. Я в порядке, никаких следов Джеффриса. Датчики показывают приближение грозы. Раскат грома, бабу. По-моему, она уже началась. Эта пещера небезопасна, вернись назад. Помехи. Сэм, Сэм, ничего не слышно, черт. Что же делать? Что делать, что делать? Берем КПК. Загруженные данные, ксенологическая станция 0. Так. Ладно, это мы позже прочитаем, потому что у нас сейчас случится, блин. Так, ставить скрижаль. Скрижали у нас нет. Код 2, 3, 6, 5. Не работает. Ладно, кода мы не знаем, поэтому... Скрижали нет, кода не знаем, возвращаемся. Возвращаемся назад. Кто же там у нас слева? Посмотрим. Тоже какой-то проход. Какой-то закольцованный проход. Мы вернулись ровно туда же, откуда пришли. Очень здорово. Ну да ладно. Ну и что теперь делать? Возвращаться? Ну ладно, пойдем. Возвращаемся. Ну да, конечно. Просто шикарно. Завалило проход. Идти теперь некуда, вот через этот завал. Отлично, метель просто все задуло. Вообще шикарно просто. Мне нравится. Опа, молния еще попала в меня. Вообще просто класс, офигеть. Так, ну и что? Вот она наша станция, ага, и ее накрывает лавиной. Ну просто шикарно. Его и следовало ожидать, да? Не могло все так хорошо начаться. О, вообще классно. Почему у меня нет индикатора кислорода? И, а, вот появился. Ваша среда обитания больше небезопасна. КПК перезапущен в аварийном режиме. Так. Аварийная ситуация, руководство по выживанию в Арктике. Понятно. Нам сейчас не до этого. Нам надо доплыть. Куда-то. Куда-то надо доплыть. Потому что кислорода-то у нас мало. Тоже здесь. Вот. Вот тоже. Поплываем. А. Дышим. Отлично. Дальше. Шикарно. Просто шикарно. Да, 100 пингвинов.
еще. Плывем к пингвинам. Понятно. Слава богу, хоть рыба есть, если что, мы можем их сожрать. Опа. Пингвокрылик. Мне кто-то дал по щам. Наверное, его мама. Понятно. Так, Робин, ответь, на связи, я в открытом море. Оставайся на месте, я посылаю спасательный челнок. Нет, я в порядке, мне просто нужно укрытие. Ладно, тогда я отправлю временное жилище. Смотри наверх. Так, смотрим наверх. Спасибо, Сэм. Вяжись со мной, когда доберешься. Так, я смотрю наверх. Но не вижу. Вон там какая-то точка непонятная. Она, не она. Жесткий туман, ничего не видно. Это жизнь какая-то просто. Накрыло все. Ну и чё, где моя это временное жилище мое, где? Да, смотреть. А, вон, ага, вижу, все. 50 метров поплыли. Так. Отлично. 50 метров. Вот у нас есть домик, слава богу. Так, смотрим. Что у нас тут? Значит, у нас появился изготовитель, который можем использовать, да? Отлично. Значит, рецептики кое-какие. И хранилище, которое мы можем что-то хранить. Отлично. Так, у нас появились рецепты. Печатое волокно, силиконовая резина, стекло. Медный провод, батарея, обычный кислородно-балластная аптечка, сканер, фонарик, нож и водостойкий контейнер. Понятно. Так, это у нас история наших разговоров. Ладно. Так, ну что, нам нужна вода. И нам нужна еда. Значит, смотрим в изготовители. Еды, воды я здесь не вижу вообще. Так. Зашибись, значит, надо это все ловить. Я поймал одного. Я еще одного поймал. Так, ладно. Я знаю, что вот из этих вот фиолетовых или розовых можно делать воду. Так. Медь. Это хорошо. Кварц. Годится. Кислорода на 12 секунд. Три секунды. Так, ну что, посмотрим, чем. Вот. Вот вода. Отлично, еда. Еще у нас появился воздушный пузырь, устройство для экстренного всплытия. Химическим методом производит газ, легче воздух, который быстро повышает собственную плавучесть. Понятно, нам сейчас нужно покушать. И попить. У нас еще вот. Вот этого надо зажарить. Так. Отлично. Так, ну что, я думаю, что нам для начала надо сделать обычный кислородный баллон, 2 титана, сетчатое волокно. Понятно, это у нас водоросли и титан надо найти. Пласты, это тоже водоросли, я помню.
Поехали, наверное, искать. Хотя там ночь, сейчас ничего. Вот это для батареек у нас. А? Ленточник. Тоже нужен. Вот для воды вот этих вот надо собирать. Да. И водоросли надо искать, короче. Водоросли. Oxygen. Тут, как всегда, все прекрасно. Поверхность. Иди сюда, иди сюда. Ай-яй-яй. Так, сейчас я тебя поймаю. Отлично. Вот еще один. Эти штуки мне нужны. Водички наделать надо. Oxygen. А вот и водоросли наши. Так, нам надо будет... А, нам нужен нож будет, блин. Гроздь семян водоросли. И все, у нас... А, нет, место есть у нас. Сейчас их наберем. А сами водоросли мы, к сожалению, не сможем. Нам нужен нож делать. Тут все еще буря бушует. Молния фигачит. Только в путь. Так, ну ладно, я в принципе грозди набрал. Там есть место. Вот три штуки. Плывем что-нибудь делать из них. Так, изготовитель, смотрим. Значит, я могу сделать батарею. Отлично. Я могу сделать смазку. Маска на масляной основе, произведенная из натуральных компонентов, применяется в промышленности. Я могу сделать силиконовую резину. Так. Еще у меня есть кое-что, чтобы приготовить, сделать водичку. Сейчас мы сделаем воды. Готовим, поедим. Хотя есть смысл. Полный индикатор голода. Как много водички. Браво. Хорошо. Безобразия много. Я уже устал кликать. Сколько у нас там? Ого. Наконец-то. Так. Я думаю, нам надо часть воды оставить в хранилище. 4 штуки оставим. И посмотрим. Сделали резину. Что мы еще из нее можем сделать? Так, мы можем сделать ласты, вообще отлично. Это вообще прекрасно. Мы будем теперь быстрее плавать. А на баллон нам нужно сетчатое волокно. Для этого нам нужен нож, я так понимаю. А нож — это силиконовая резина, титан. Все понятно. Резина у нас есть, нам нужно найти титан, чтобы сделать нож. Так. Рыбешь их сюда, это сюда, это тоже сюда, это сюда. Отлично.
Новый рецепт. Новый рецепт, смазка. Понятно. Так, ну что, надо найти титан, чтобы сделать нож. Теперь быстро плаваем. Вот и титан. Отлично. Тоже титан. Прекрасно. Просто прекрасно. Петь. Титан. Буря все еще бушует. Петь. Титан. Отлично. Так, ну что? У нас титана хватает. Сейчас сделаем нож. Теперь нам нужно сделать кислородный баллон, сетчатое волокно. Сетчатое волокно — это водоросли. Поплыли за водорослями. Только в какой стороне они были, я не помню. А, вот же они. Нарубим водоросли. Отлично. Сколько у нас там? Ай-ой-моё, у нас кислорода 6 секунд. Так, 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 давай быстрее. Отлично. Все, сейчас сетчатого волокна наделаем. Сделаем кислородный баллон, и уже будет нам попроще. Ага. Ага. О, мы можем сделать инструменты исследователя, но я думаю, он пока не нужен. Так, вот сетчатое волокно. Отлично. Так, все, мы можем сделать кислородный баллон. Мы можем сделать аптечку. Ремонтный инструмент. Шикарно. Нужна кристаллическая сера и резина. Да, непросто. Нам добавилось комплект проводов и серебряные руды, и микросхема. Понятно. А здесь радиомаяк. Так, ну ладно, баллон мы сделали. Вот еще можно аптечку сделать. Несколько штук, я думаю. Вот, отлично. И наверное, пока на этом все. Это мы вот сюда все выложим. Вот у нас еще одна эта осталась. Да, ее тоже использовать. А, там она не пойдет, потому что там две водоросли. Я понял. Так, ладно, тогда мы ее скинем пока сюда. Попьем водички. Выпили. Так, отлично. Ну и на этом, ребят, мы... Остановимся на сегодня. Вот. Обязательно подписывайтесь на канал. Будет много интересного. Обязательно пройдем эту игру до конца. Вот. И всем удачи. Не забывайте про то, что есть такой замечательный канал, как Panda Wants to Play. И все. Всем пока.